При управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области будет создан общественный совет. Какие вопросы будут обсуждаться на его заседаниях и что ждут от нового общественного образования его участники? Иван Швецов продолжит. В основе идеи любого общественного совета лежит одна и та же благородная цель – создать не фиктивный для галочки, а по-настоящему эффективный инструмент взаимодействия общества и органов государственной власти. И создатели общественного совета при УФНС об этом хорошо знают. Общественный совет при налоговой службе должен стать живой площадкой для открытых дискуссий, где будут обсуждаться наиболее острые проблемы и болевые точки во взаимоотношениях государства и общества. Это и серые зарплаты, и фирмы-однодневки, и другие распространенные, но до сих пор непобежденные способы уйти от налогообложения. Мы, в свою очередь, как налоговый орган, в общем-то, вот благодаря этим общественным советам, надеемся, что мы тоже открыты для конструктивного диалога. Мы готовы выслушать здравые, хорошие мысли. Мы готовы меняться и идти, в общем-то, как говорится, вперед. Заседания совета будут проходить один раз в квартал. Повестка будет формироваться в том числе и на основе мониторинга общественного мнения. Стать членом общественного совета при УФНС может практически любой житель Кировской области. Для этого нужно оставить заявку на сайте Кировского отделения Федеральной налоговой службы. Ограничений для потенциальных участников нет, есть только пожелания. Чтобы люди были авторитетные, чтобы люди имели определенные, значит, некий кредит доверия было у населения, чтобы они были, пусть это люди из культуры, пусть это люди из образования, науки, не только предприниматели, скорее не столько, только лишь предприниматели, там, директора заводов и так далее. Пусть это люди будут, ну, как принято называть, из всех сфер, из всех слоев общества. Приоритетными в работе Федеральной налоговой службы России становятся такие направления, как клиентоориентированность, модернизация сервисных возможностей, информационная открытость. Именно поэтому роль общественного совета для налоговой службы особенно важна, как в качестве общественной и профессиональной экспертизы, так и в качестве площадки для выработки предложений и инициатив в сфере налогового администрирования. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.